23 февраля – главный праздник всех мужчин страны. Вот уже 5 лет добрая сотня смельчаков обливается ледяной водой в цветах флага России, призывая к здоровому образу жизни. Вам не придется скучать. Обширная развлекательная программа, состязания на выносливость и смекалку, игры, конкурсы и викторины для детей и взрослых. Здесь каждый может проявить себя, и никто не уйдет без подарка. Встречаемся 23 февраля в 12 часов на площади возле администрации городского округа Красногорск.